Здравствуйте, мастеровые люди. На самом деле обзора как такового не будет, потому что свистул обзирать — это совершенно неблагодарное дело. С учетом того, что я очень плаваю в этой теме, я не разбираюсь в мультитулах, мне не с чем сравнивать. То есть я касаюсь ее просто как обычный магл там с улицы. Я совершенно не в теме. Поэтому все это очень прекрасно. Есть куча каналов, на которых, во-первых, все это показано. Во-вторых, самое главное, все это оттестировано. А я тестировать не буду. Единственное, что я хочу сейчас с вами вместе выяснить, это именно удобство или неудобство, и есть ли смысл, грубо говоря, в этом вот одноруком раскрытии, потому что, как вы знаете, есть Лейзерман Freedom, который, если мне изменяет память, там практически все можно сделать одной рукой. Плюс сейчас я не буду вам, скажем так, сильно нагружать, но был у меня на канале обзор Гербера, там, где одной рукой выдвигаются пассатижи. Я вам скажу, что этот мультитул у меня постоянно ездит со мной в машине, и вот эта вот фишка, то, что можно выдвинуть одной рукой пассатижи, это действительно прикольно. Здесь же все очень спорно. То есть, если мы берем стандартный, очень красивый, такой увесистый, действительно, брусочек свистула, то нам авторы обещают однорукое раскрытие-закрытие ножа, спрашивается. То есть для этого здесь сделаны вот такие вот крылышки. Вспомнил рекламу из 90-х. То есть вот таким вот образом мы берем и делаем. Значит, для того, чтобы сложить нож, опять же, одной рукой можно все это сделать. Но уже серейтерный у нас получается, что он рассчитан на левшу. Потому что правой рукой, ну, как-то можно поизвращаться, извернуться, то есть вот таким образом перевернуть, как-то там повыдвигать, но по факту у нас серейтерный нож именно раскрывается грамотно, правильно, комфортно левой рукой. Насколько это дополнительное? По мне, так, знаете, ребят, просто решили самую малость проапгрейдить достаточно уже известную и, скажем, популярную модель, просто записать себе очередные новинки. Такое часто бывает и в ножах, и где угодно. То есть там те же самые какие-то автомобили, например, добавили буквально, там изменили чуть-чуть форму бампера, там еще что-то подмандили, вот тебе, пожалуйста, новая машина. То есть я лично вот этот момент за прогресс не считаю. Я не считаю это удобным, я не считаю это функциональным. То есть сам по себе, с учетом того, что сам по себе тул, он мега функционален, он действительно очень популярен, он составляет действительно серьезную конкуренцию флагманам лейзермановским. Добавлять вот эту именно вот этот, эту функцию для того, чтобы можно было раскрыть нож одной рукой, ну хер его знает, реально. Вот что скажете сами, потому что на самом деле, если у меня, ну, действительно необходимость есть что-то там отрезать, каким-то образом воспользоваться ножом, у меня, например, всегда есть нож на кармане, ну практически всегда. А мультитул — это когда у тебя уже действительно какая-то вдумчивая работа, ты совершенно спокойно раскладываешь и так далее. Или если тебе действительно нужно где-то там висеть на строительных лесах и работать одной рукой, то как раз-таки линейка Free Leatherman, она, собственно говоря, вот эту твою необходимость реализует. Здесь под левую руку, причем так сурово, медленно все раскрывается, туго, под правую руку, ну не знаю. Я на самом деле, вот по большому счету, все, что я хотел показать, рассказать, просто высказать свое мнение, что в принципе мультитулы — это не та вещь, которая должна, как ножи, апгрейдиться там каждый год и что-то новое изобретаться. Нет, почему? Потому что это действительно опыт, ты получаешь какую-то обратную связь, ты получаешь какие-то травмы своих именно пользователей, и вместе с этим выдумываешь какие-то изменения и так далее, так далее. В данном случае чистый маркетинг здесь, ну не знаю.
В общем, все. Добавить нечего. Я, по большому счету, как-то так прям загорелся, хотел сделать обзор. И когда покрутил в руках, пораскрывал, я для себя лично это новшество в очень серьезном действительно туле не оценил. То есть это больше, на мой взгляд, просто именно такой момент обновить, как говорится, возбудить дополнительный интерес к уже хорошей вещи. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.